В Казанский федеральный университет с визитом прибыл профессор из Индии Арун Кумар Шривастава. Гостя встретил проректор по внешним связям КФУ Ленар Латыпов. Для него была проведена экскурсия по музею истории университета. Особенный интерес у него вызвали экспонаты, связанные с жизнью писателя Льва Толстого. Но визит это еще далеко не все. Профессор Шривастава будет преподавать в Институте международных отношений истории и востоковедения Казанского федерального университета. Я сам выбрал именно Казанский университет, чтобы работать с казанскими студентами и преподавать им историю Индии и все, что с этим связано. Это очень значимо для бывших советско-индийских, а теперь для российско-индийских отношений. Дипломатические отношения длятся уже почти 75 лет. Профессор Шривастава сделал возможным изучение студентами КФУ культуры, языка и истории Индии непосредственно с представителем этой страны. Лекции профессора продлятся до конца учебного года. Преподавать он будет на английском языке. Профессор Шривастава – это один из действительно таких известных индологов. Это специалисты из непосредственно Индии, сам индиец. Такая возможность появилась благодаря Центру изучения Индии Казанского федерального университета. Целями центра являются интеграция научной и образовательной деятельности между Россией и Индией, повышение качества подготовки кадров и эффективности научно-исследовательских работ в области индологии. Планируется приглашение и других профессоров для работы со студентами. Артем Тупичкин, Олег Кашин, Роман Самарин, Универньюз.